живое аквариумное растение Пагостемон хелфера, меристемное. Баночка диаметром 7 сантиметров. В нем обычно 4, 5, 6 растений. Они находятся в питательном геле, который перед высадкой необходимо обязательно смыть. Аккуратненько пинцетом достали, под проточную воду смыли гель, и все отлично. Одно из самых красивых почвопокровных растений Пагостемон хелфера. Очень ярко, сочно смотрится и очень красиво место передний, средний план. Очень украсит любой аквариум, от наноаквариумов до больших травников. Здесь на баночке рекомендации по посадке, а на задней части краткие условия, которые необходимы для содержания данного растения.